Сегодняшний день я решила начать с приготовления вкусного обеда. Я запланировала на сегодня бёф бургиньон, поэтому сейчас вам расскажу, какие ингредиенты нам потребуются. Нам потребуется бекон. Здесь у меня куриный бульон, который я замораживаю, вот разморозила, и как раз пойдет это блюдо. Сливочное масло, томатная паста, также шампиньоны, красное сухое вино, бренди, но это опционно, не обязательный ингредиент. Дальше у нас здесь мука, зубчики чеснока, лук, морковь, петрушка, тимьян, лавровый лист. Еще у меня здесь грибы и лук. Ну и основа нашего блюда — это говядина, нарезанная вот такими небольшими кусочками. И как обычно, соль, перец по вкусу. В первую очередь нам необходимо нарезать бекон. Нам потребуется его 70 грамм. У меня сырокопченый бекон. Нарезаем на небольшой кубик и будем обжаривать. Я буду готовить это блюдо в казане, потом, чтобы поставить его в духовку, потому что сначала мы все ингредиенты подготавливаем на плите, ну а дальше уже 2 часа блюдо у нас будет томиться в духовке. Следующий этап. Нам необходимо обсушить мясо, которое мы нарезали. У меня здесь телятина. Я нарезала ее на небольшие кусочки, промыла. И сейчас необходимо ее обсушить, чтобы потом можно было обжарить, и она не дала сок. Я обжарила все мясо, бекон мы тоже обжарили с вами, и теперь я его посолю. Смотрите, я обжарила в 3 этапа, 3 порции, каждую порцию я солю уже вот в этой мисочке. Обжариваем просто до румяной корочки, внутри у нас мясо сырое, нам нужно, чтобы просто сок внутри запечатался. Ну а теперь мы подготавливаем овощи, которые будем жарить в этом же самом казаночке. Не убираем оттуда ни пригоревшие кусочки мяса, ничего, потому что в этом самый вкус. Сейчас нарезаем овощи, будем обжаривать морковь, лук и чеснок, все нарезаем кубиком. Пока у меня готовятся овощи, я займусь зеленью. У меня здесь 2 веточки тимьяна. Ну, в идеале купить свежий. Если нет, то можно использовать сухую специю и петрушку. Петрушки у меня здесь 6 веточек, я уже все промыла. А с тимьяна сейчас сниму вот эти вот зеленые тоже веточки. Ну и, соответственно, с петрушки тоже. И меленько порежу.
овощи приготовились, поэтому сейчас мы их перекладываем тоже в отдельную мисочку. Казан у нас остается пустой, и сейчас расскажу, что мы туда будем закладывать. Так, сюда мы вливаем красное сухое вино, а затем вводим бульон, можно овощной, у меня вот куриный, можно мясной бульон, если нет, то добавляйте воду, но вот на этом этапе красное сухое вино, это прям вот обязательно. Также мы сюда добавляем лавровый листик и наши травы ароматные, которые мы нарезали, это тимьян и петрушка. А добавляем столовую ложку томатной пасты. Все хорошо перемешиваем, доводим сейчас мы все это до кипения и увариваем где-то 5-7 минут, чтобы алкоголь у нас выпарился. Прошло 7 минут, я достаю отсюда лавровый листик и буду сюда уже закладывать все ингредиенты, которые мы с вами подготавливали. Здесь у меня лук, чеснок и морковь, и также возвращаю бекон и мясо. Вот таким образом. Сейчас включаю огонь, еще раз довожу до кипения и убираю в духовку. Буду томить под крышкой. Вы можете переложить какую-то форму, горшочек, если у вас есть, может быть, какая-то кастрюлька. Если есть какой-то чугунный казанок, то идеально прям в нем убирайте. Буду томить при температуре 160 градусов где-то 2-2,5 часа. Если, смотрите, нету какой-то формы с крышкой, то перекладывайте просто форму с высоким бортиком и закрывайте все фольгой. Пока в духовке стоит Бёрг Бургиньон, я решила еще испечь пирог и приготовить вкусный витаминный напиток. Что нам для него потребуется? Клюква, облепиха, сахар и вода. Вообще пользуемся сейчас временем, пока ягодки свежие. Конечно, можно готовить и из замороженных, но в свежих все-таки больше, я думаю, витаминов, поэтому используем это время. Что мы делаем? Берем в равных пропорциях клюкву и облепиху. Сахар я всегда добавляю по вкусу. Сейчас я измельчу в термомиксе, можно погружным блендером, кухонным комбайне. В общем, нам нужно измельчить клюкву и облепиху вместе. Дальше я пробую на вкус и добавляю уже сахар. Я все пробиваю в блендере для того, чтобы потом это было проще процедить. Потому что если там вручную помять эту ягоду в какой-нибудь ступке, конечно, процедить отжимых будет очень тяжело. А когда вот в чем-то таком измельчаешь, то это прям быстро и просто получается. Ну и просто потом такой напиток пить тоже гораздо вкуснее. Посмотрите, вот такая масса у меня получилась, гладенькая, без жмыха. Я попробовала, сейчас сюда добавляю сахар, перемешиваем, заливаем водой и прогреваем. Если вы в течение дня выпьете, то я даже не довожу до кипения, прям, знаете, делаю таким, ну вот, может быть, градусов 60-70. Если не выпьете за один день, у меня получается 3-литровая кастрюлька, то я все-таки рекомендую вам прокипятить, да, чтобы у вас что-то не забродило. Мой морс приготовился, ну и к такому обеду мне очень захотелось испечь яблочный деревенский пирог. Сейчас с вами поделюсь рецептом. Сначала тесто, такое базовое тесто, а начинка может быть любая, фрукты, ягоды, очень вкусный пирожок получается. Нам с вами потребуется 480 грамм муки, 160 грамм замороженного сливочного масла из холодильника, из морозилки и где-то 100 миллилитров холодной воды. И также прям буквально щепоточку соли. Совсем забыла, еще 2 чайные ложки сахара. Сейчас в первую очередь мы смешиваем муку, сахар и соль. Лучше это делать в каком-то кухонном комбайне с ножами, который сможет измельчить масло вместе с мукой. Если его нет, то натрите масло на терке ледяной и потом руками вместе с мукой разотрите это все в крошку.
А теперь мы сюда добавляем где-то половинку сливочного масла, пробиваем и потом добавляем еще половину, ну, чтобы просто было нашему комбайну полегче с этим справляться. Посмотрите, в какую все измельчилось крошку. И теперь мы сюда начинаем добавлять воду. И если у вас кухонный комбайн, то продолжайте взбивать. Если руками, то вымешиваем руками. Хочу обратить ваше внимание, воду добавляйте постепенно, потому что у всех разная мука. То есть не надо сразу весь объем. Половинку добавили, перемешали, посмотрели. Тесто выкладываем на столешницу, на коврик, куда угодно, и уже смотрим его консистенцию. Мне кажется, у меня прям идеальная получилась. Я сейчас еще раз все хорошо промешу, то, что у меня комбайн не взял. И уберем пока в холодильник, пока будем заниматься начинкой, потому что в составе сливочное масло, чтобы у нас тут все не растаяло. Вот такое мягкое, податливое, эластичное тесто. Я положу его в чашку, в которой у меня была мука, и накрою просто полотенцем и уберу в холодильник. Теперь займемся приготовлением непосредственно начинки нашего пирога. Нам потребуются яблоки. Если яблоки садовые, то их можно не очищать. Просто разрезаем и нарезаем на кубик. Дальше нам потребуется сахар. У меня здесь смесь белого и коричневого сахара по 100 грамм, 60 грамм сливочного масла и здесь 3 столовые ложки муки. Вот эти ингредиенты абсолютно не обязательны, но если они у вас есть, то безусловно украсят это блюдо. Нам потребуется 1 чайная ложка вот таких вот измельченных орехов. Я покупаю их в Ашане, там есть крошка грецкого ореха, миндальные лепестки, лепестки арахиса, в общем, очень удобно. 1 чайная ложка его, 1 чайная ложка ванили и 1 чайная ложка корицы. Забыла подготовить еще один ингредиент, это 60 мл воды, но в любом случае в инфобоксе все будет прописано. В первую очередь мы растапливаем 60 грамм сливочного масла, а это мы сейчас с вами готовим вкусный соус к нашему яблочному деревенскому пирогу. Сливочное масло растопилось, и мы сюда всыпаем муку. Все хорошо перемешиваем, ну, до состояния такой густой кашицы. Вот, видите, как будто бы такое яблочное пюре у нас получается. Ну, а теперь мы вводим все оставшиеся ингредиенты. Это сахар, воду, ну, и по чайной ложке орехов, корицы и ванили. Еще раз все хорошо перемешиваем. А дальше доводим до кипения. Кипятим где-то минутку. Потом убавляем огонь до минимума и провариваем еще 1 минуту. И наш соус готов. Теперь начинаем собирать наш пирог. В первую очередь покроем яблоки, которые мы нарезали вот этой глазурью, соусом, который мы с вами приготовили. Соуса берем где-то 2/3 и 1/3 оставляем на то, чтобы сверху смазать наш пирог. Нам потребуется где-то 2/3 нашего теста, а 1/3 мы также убираем, потому что из него мы будем делать сверху декор, ну, украшение нашего пирожка. Это тесто сейчас раскатываем и переносим в форму для запекания. Я вот рекомендую брать что-то такое с волнистым краем, потому что в такой форме пирожок смотрится, ну, очень красиво и нарядно.
Смотрите, плетеночка готова. В общем, делаем такую шашечку. Одно плетение сверху, другое снизу. И теперь самое главное, все вот эти вот краешки убрать. И сверху смазываем нашим вот этим вот соусом. Плетенку смазываем, отправляем в духовку 180 градусов на 30 минут. Мясо я уже достала из духовки. И на отдельной сковороде обжарила шампиньоны вместе с луком, посолила. И теперь все это выкладываю к нашему мясу. И теперь необходимо где-то минуток 5 все это вместе потушить, чтобы все ароматы и вкусы все смешалось. Вот. И сейчас мы с вами сделаем еще одно дополнение, которое придаст блюду карамельный оттенок. Растапливаем столовую ложку сливочного масла. Теперь сюда добавляем 1 столовую ложку муки. К этой массе добавляем 1 столовую ложку бренди. Вот как раз таки бренди, сейчас алкоголь выпарится и придаст вот этот вот карамельный, просто необыкновенный аромат. На медленном огне провариваем буквально 1-2 минутки, чтобы алкоголь выпарился. И будем добавлять уже к нашему бёф-бургуньону. Переливаем наш карамельный соус. Все хорошо перемешиваем, и блюдо готово. Смотрите, вот такой у нас получился с вами морс, компотик и пирог. Сейчас буду доставать один кусочек и пробовать. Но я пеку уже не первый раз, и знаю, что он очень вкусный. Все мои дела по дому сместились на вторую половину дня, все потому, что пирог и компот, они были абсолютно не запланированными. Но как-то вот приготовление бёф-бургуньона вдохновило меня на то, что еще испечь яблочный пирог и приготовить какой-нибудь согревающий напиток. Поэтому на улицу я вышла где-то часа в 4, но у меня было по плану сегодня навести порядок в домике в детском, все оттуда убрать, текстиль какой-то, игрушки, наоборот, которые там буду зимовать, все занести, а потом мелочевку сложить все в ящики выдвижные. Я сейчас ничего не мою по одной простой причине, что все равно по весне, когда мы его открываем, я все равно все после зимы перемываю, вдруг там и мышки и так далее, поэтому не вижу смысла делать двойную работу. Вот, например, игрушки из песочницы, я их там промою от песка, но как-то уж прям намывать не буду. Вот, это мое главное на сегодня задание на улице, потому что периодически у нас идет дождь, и уже прохладно, дети здесь не играют, поэтому нужно делать дела в саду. Вот, и домик, убраться в нем, закрыть его, это одна из главных моих задач была на сегодняшний день. Ну и, конечно же, собирая какие-то поломанные игрушки, сор, все то, что нужно выкинуть. Текстиль я пока сейчас отнесу на террасу, ну а потом мы это все уберем в цоколь. Весь текстиль, который и на террасе у нас находится, все подушечки, все это хранится в доме. Опять же, от мышек я как-то боюсь, вы знаете, оставить, например, в летнем домике у нас, потому что мне кажется, что там мышки могут завестись в поролоне, в синтепоне, там как-то тепло. Вот поэтому все заношу в дом. В принципе, в детском домике я все быстренько разложила, там не особо много вещей, и сейчас основное, это мне нужно промыть игрушки в песочнице, все оттуда достать, и этот контейнер я также убираю на хранение в домик, в общем, удобно. Сегодня с утра тоже занималась сбором вещей с участка. Мы убрали уже лежаки, он убрал, видите, качели отсюда, тоже тут все перетаскивал, что-то заносили в гараж, что-то в летний домик. В общем, потихоньку готовимся уже к такой холодной осени и к зиме, потому что, естественно, мы все это убираем. Но мы до сих пор никак не уберем бассейн, воду мы оттуда слили, но нужен какой-то хороший солнечный день, чтобы бассейн помыть, и он успел проветриться и высохнуть. Вот вроде бы на следующей неделе у нас передают хорошую погоду, не дождики, поэтому в какой-нибудь солнечный день мы его тоже помоем, он у нас просохнет, ну, знаете, чтобы влажно не убирать, потому что 100% там образуется плесень. Вот просохнет, и тоже уберем его наконец, потому
потому что он уже у нас, я не знаю, сколько недель стоит пустым. Вот, но никак убрать и помыть мы его пока не можем. И, конечно же, нужно будет убрать все кашпо на участке, выкинуть все цветы. Но, если честно, вот петуни мне еще прям жалко, потому что они еще цветут красивые. Я, наверное, это сделаю немножко попозже. Но сейчас я уберу стульчики, столик детский. Это тоже у нас все в гараж. Леша сегодня все велосипеды, самокаты детские тоже уже в гараж и наш убрал туда на хранение, на зимовку. Hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us. На улице дела сейчас обстоят как-то так. Убрала я всю мебель, домик тоже закрыла. Остаются нам только цветы, кашпо все это убрать. Но их много, поэтому я этим буду заниматься точно не сегодня, может быть, на неделе. Вот сейчас пока пойду в дом, мне нужно прибраться в холле, в прихожей и вымыть лестницу. Пришла отогреваться в дом, сейчас буду наводить порядок в холле и в прихожей, и, как сказала, помою лестницу. Это тоже было в моем списке дел, и вообще сегодня молодец, несмотря на то, что я так надолго зависла на кухне, я сегодня успела все сделать. А здесь я просто раскладываю вещи по местам, которые лежат не на своих местах, и лежат уже очень давно. Решила обстричь каланхоя, подрезать все сухие цветочки, не знаю, что там еще вырастет, не вырастет. Вот, а помните, раньше оранжевый я также подрезала, так вот он меня оброс новыми цветочками, стоит яркий и красивый. Не знаю, что здесь произойдет, беру пока на окно. Если он не будет хотя бы просто зеленым, не нарастут листочки, то я, наверное, от него избавлюсь, как многие говорят, что такое, ну, как бы сезонные растения. Вот, игрушки тоже убираем. Ализа у меня сейчас в это время убирается в детской. Она у нас любит убираться одна. Поэтому София находится со мной. Но София говорит: София, иди к маме. Вот, и сама там наводит порядок. Но она, конечно же, молодец. Она может и пол помыть, и пропылесосить. В общем, сделать уборку от и до. А мы с Софикой здесь быстренько тоже наводим порядок, протираем пыль. Я, кстати говоря, на этот комод хочу купить настольные лампы, такие какие-нибудь красивые, может быть, в H&M Home, в Zara Home посмотрю, и с двух сторон поставить их, а посередине, чтобы у меня стояла ваза с цветами. В общем, так хочу я обыграть это место, убрать подсвечники, ну, как-то, не знаю, может быть, приелась, вот, и что-нибудь здесь новенькое придумать. Смотрите, какие я шикарные у нас гортензии нарезала в саду. Они уже становятся такими бордовыми, еще у меня есть зеленые. Мне очень понравилось, как у меня белая гортензия засохла. Она стояла в воде и потом просто высохла. Поэтому я решила, вы знаете, во все вазочки сейчас срезать гортензии. Может быть, они также засохнут и прям до новогоднего декора простоят, потому что смотрится, ну, действительно прям красиво. Мне нравится. Ну и как бы... Для меня это бесплатно, потому что все растет у нас в саду. А теперь протираю пыль на консоли. У нас, видите, тут еще инструменты лежат с тех пор, как Леша там крепил ящики, делал полочки, уже, наверное, недели две. Пора все это убрать. Ну, видите, сколько накопилось стирки на лестнице. Что-то нужно поднять наверх, что-то опустить вниз. А стирку я, знаете, делаю очень просто. У нас же все равно там есть такой по лестнице пролет вниз, поэтому, чтобы не таскать, я просто вот в этот пролет все скидываю, потом уже внизу разбираю стирку, очень удобно. Накопилось тут что-то с улицы, какие-то полотенца на кухне. Вот машинки и коляску я тоже хочу отнести в домик. Потому что дети в эти игрушки играют раз, наверное, в полгода. И они просто больше мешаются под ногами и занимают место. Потому что и машинки, и коляски, сами понимаете, вещи объемные. Ну и отнесла наверх то, что должно быть наверху, и также спускаю вниз. Теперь здесь порядок. Ну и быстро нужно пропылесосить и помыть пол. А следующее, знаете, мое такое большое дело, это разобрать лестницу, которая идет с первого этажа в цокольный, и навести порядок в цоколе, потому что это просто, мои девочки, тайная комната, вы не представляете, какой там бардак. Вот, ну и консервация закончена, там, видите, у меня кабачки лежат, тыквы, вот между этажами.
на площадке, поэтому тоже все это мне нужно будет разобрать, убрать в кладовую, убрать уже на хранение, на зиму больше не потребуется. Надо как-то найти время тоже собраться, потому что я думаю, что я часа 2-3, наверное, на все на это потрачу. Давайте голосуйте в комментариях, снимаем мы такую глобальную уборку, показывайте вам в блоге или в каком-нибудь видео, или я буду сама по себе тут уже убираться, все это наводить порядок и расхламлять. А сейчас быстренько прибираюсь в прихожей. Ну, самая горячая точка — это у нас вот этот вот комод. Дети, когда приходят за занятия, сразу все сюда сбрасывают. Просто для них вешалки высоко расположены, там еще Лиза может снять, ну, повесить не знаю как. Поэтому курточки я сама их развешиваю. Вот, ну, а шапки, шарфики, они просто скидывают в коробочки. Сегодня хочу немножко пересмотреть хранение, поэтому тоже их разберу. Ну и рюкзачки. Рюкзачки тоже нужно разобрать, посмотреть, что там, и подготовить как раз-таки на понедельник, потому что я всем этим занималась от вчера в воскресенье. Курточки развешиваю по ребенку, то есть сначала, допустим, идут у меня Софийкины курточки, дальше Лизины курточки, и в конце их длинные какие-то комбинезончики. В общем, в самом конце самое длинное, а все остальное по ребенку рассортировано у меня. Вот, принесла все наши контейнеры, в которых хранятся шапочки, перчатки, варежки, очень удобные. Ну, я думаю, кто смотрит меня давно, уже неоднократно и видели. Разбираю, потому что здесь оказались и шапочки, которые уже малы, то, что нужно убрать, одежда, которая мала. И я разбираю на зимние вещи, которые, возможно, в ближайшее время нам пригодятся, потому что прям холодно. И на то, что носят девчата вот прямо сейчас. Ну и, конечно, София мне помогает, примеряет тут все. Кстати, расскажите, какая для вас самая удобная система хранения шапок, перчаток детских? Вот для меня пока вот такие контейнеры всех удобнее. Понятно, что дети у меня вот такими вот рулончиками все это аккуратно не складывают, они просто, да, сняли и положили. Это уже я потом могу так подойти и раз в неделю, там пару раз в неделю все это аккуратненько сложить. Вот, но мне таким образом хранить все очень нравится и удобно. Особенно нравится, когда я только все это разложила. Как мы с вами обсуждали, да, что-нибудь навести порядок в ящике, потом ходить, заглядывать и любоваться, как же там все красиво. Смотрите, вот так я храню шапки, шарфики, перчатки, варежки, дочек. Решила переделать свою систему хранения, немножко просто группировку изменить. Если раньше я все хранила таким образом, например, все шапки, и Лизины, и Софейкины тут, все перчатки, все варежки, то сейчас я решила разделить просто контейнеры по ребенку. Мне кажется, так будет удобнее. Здесь у меня в этом контейнере одежда, шапки, шарфики, перчатки, которые, например, носит сейчас Софийка, и то, что я уже достала теплое, такое прям зимнее. И то же самое у меня по Лизе. То есть одежда, шапки, шарфики, и вот тут уже теплые. Просто Лизе теплые шапки нужно покупать. Так что вот так я все распределила. И здесь их теплые варежки, краги. Сейчас буду разбирать рюкзаки. Ну, а теперь я буду разбирать рюкзачки. Я их принесла из машины прямо в воскресенье, потому что в пятницу я давала Лизе чистую одежду, чистую спортивную форму, одежду для прогулок, носочки, поэтому я в эти выходные даже ничего не перестирывала, потому что одевала на это все один раз. Сейчас я просто это аккуратненько сложу, вот, и все. И она уйдет с ними в школу. Испачкала, поэтому вот так получилось, что перестирала я и все это в четверг, и в пятницу она чистенькая взяла. Ну вот, надеюсь, на неделю нам хватит. Ну и понятно, что одежда, в которой она идет в школу, как бы мы собираемся уже прям вот с утра. Здесь у нас именно спортивная форма и одежда для прогулок. Еще там у меня я и кладу запасная кофточка беленькая. Ну, на всякий случай, вдруг там испачкается, чтобы не с пятном ходить, а переодеться. Вот она у нас, знаете, с самого начала там лежит.
и пускай лежит, как бы все равно они эти рюкзачки на себе не носят. В начале недели мы его приносим вместе со всей сменкой, совсем-совсем, и он так вот хранится до пятницы. А в пятницу там они вещи свои забирают. Ну вот еще если там что-то испачкали, то как бы тоже приносит тогда. А в прихожей мне осталось пропылесосить, помыть пол и протереть пыль. Тоже дело прям буквально на 5 минут. И за вечер я, в принципе, справилась со всем тем, что планировала. Осталось только мне помыть сейчас лестницу. Лестницу я буду мыть, так, знаете, более, скажем так, капитально, генерально. Поэтому сегодня прохожусь просто вручную с тряпочкой. Так я прохожусь, вы знаете, по всем стыкам, по боковинкам, в общем, где-то раз в месяц я вот так генерально по ней прохожусь. А сейчас буду заниматься планированием. Вообще у нас заканчивается месяц, поэтому замечательно что-то запланировать уже на следующий месяц. Я делаю финансовое планирование, но какие-то регулярные платежи я и так знаю, но, например, что там нужно купить, ну, какой-то, может быть, дорогая покупка, еще что-то, или просто там, например, лизинам нужно купить к зиме, то есть вношу, чтобы просто это не забыть. А плюс планирую уже какие-то события, которые я точно знаю, там в октябре, да, если куда-то записано на ногти, не знаю, там на брови и так далее, косметологу, в общем, что-то такое, что я уже знаю, там родительское собрание, какой-то праздник, день рождения, события, и это все тоже сразу вношу, потому что столько всего вокруг происходит, моя голова не успевает, вы знаете, все это запоминать, и просто все вылетает, поэтому мне важно фиксировать. Ну, конечно же, составляю меню на неделю, которым, как обычно, с вами делюсь. Я знаю, что вам это нравится и помогает. Как обычно, показываю вам наше меню, которое у нас будет на следующую неделю. Здесь у меня завтраки. В понедельник сырники, во вторник овсяные оладушки с бананом. Дальше у нас будет тортилья с какой-нибудь овощной начинкой с мясом. Ну, мясо это обычно курица, либо какая-то котлетка, ну, что-то такое. Дальше у нас творог и авокадо-тост. У меня дети тоже их прекрасно едят. Из выпечки. Одна выпечка идет на 2 дня. Это творожное печенье, синнабон и брауни. А на обед у нас будет 2 дня щи, 2 дня куриный суп с клёцками. И в пятницу будет суп-пюре из овощей. На ужин, вот в понедельник у меня остается бургиньон, который я сегодня готовила, во вторник карбонара, потом рыба с овощами в рукаве, ризотто и домашние бургеры. Меню я сейчас составляю с понедельника по пятницу, потому что в субботу, либо в субботу-воскресенье, либо готовить что-то Леша, да, он сам придумывает, поэтому я не планирую, и продукты мы покупаем там уже по факту, да, что задумали. Либо мы там обедаем или ужинаем не дома, когда гуляем, в общем, как-то вместе решаем, что приготовить. Вот у нас такой творческий процесс вместе, если что, либо закажем продукты, либо доедем, купим. В общем, такое меню. И смотрите, карбонаро и ризотто или синнабон, в общем, я буду готовить во вторник и четверг в инстаграме, в сторис. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. Там тоже делюсь своими рецептами. В общем, приготовим вместе с вами карбонару. Я пока не решила, ризотто или синнабон. Вот напишите, что вам интересно. Подписывайтесь. В инфобоксе тоже будет ссылочка на мой инстаграм. И ждите рецептики. Ну и, конечно же, на ютубе я тоже буду делиться. Напишите, что из этого вы хотели бы увидеть и здесь, на ютубе, потому что понимаю, что не у всех есть инстаграм. Вечер, я хочу его уделить себе. Сейчас покажу, что планирую делать. Для тела буду использовать свою расчесочку. Ну, я и делаю, знаете, такой легкий массаж, и она классно отшелушивает. Ну и для того, чтобы закрепить результат, сегодня у меня еще будет вот такой вот сахарный скраб, и после него кожа остается такая очень увлажненная. Для рук и ног тоже хочу сделать вот такие вот, ну, просто масочки. В общем, хочу немножко сегодня побалдеть. А для лица у меня будет вот такая маска. И еще для лица воспользуюсь вот такими вот пэдами, которые пропитаны
ну, я так понимаю, какими-то кислотами, потому что лицо после них гладкое, отшелушенное, очень приятное. Такой у меня комплекс процедур по уходу за собой. А за сегодня сейчас просто сначала умоюсь. Дальше уже буду все это наносить. В воскресенье у меня получилось прям ударное. На этом буду видео свое заканчивать. Огромнейшее спасибо, что досмотрели его до конца, провели этот день вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня пальчиком вверх, ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. Всем пока-пока!